Опубликованы живые фото смартфона Xiaomi CC9. С вами канал Техноум. Поехали! Xiaomi CC9 получил 32-мегапиксельную фронтальную камеру и Qualcomm 730. Компания Xiaomi только-только представила смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, а на горизонте маячат новые новинки CC9 и CC9 EE. За последние дни мы уже узнали много подробностей о них, а сейчас пришло время посмотреть на CC9 вживую. Эти изображения из базы данных китайского регулятора Тена. Соответствующий сертификат говорит о том, что устройства уже могут продаваться в Китае, но география продаж CC9 и CC9E будут наверняка намного шире. Что касается дизайна, то он практически подчистую копирует Mi 9. Видно, что смартфон получил фронтальную камеру в каплевидном вырезе. Основная камера состоит из трех датчиков и объективов. Сканера отпечатков пальцев на тыльной панели нет, значит, он будет интегрирован в дисплей OLED. Пока в сети появилось лишь фото CC9, каталожный номер модели Xiaomi Mi 194F3BC, но через несколько дней будут опубликованы и характеристики, подтвержденные в ходе сертификационных испытаний. Ну что же, на мой взгляд, вполне хороший смартфончик получился по изображениям. Ну что же, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!